Эй, пс, здорово, последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет, кто ты из мелом плейграунд, а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет из мелом плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, подпишись и поставь лайк, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки, и напиши в комментариях, кто ты из мелом плейграунд, все просто, если твой лайк 8, а последняя цифра подписки номер 5, то ты лимон с кактусом. Прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра. И здорово-здорово, дорогие друзья, ты на канале Меланфонг. В этом видеоролике мы с тобой поговорим про секретные факты обновления 24.5 в Мелом Плейграунд. Но перед началом видеоролика я, как всегда, хочу сказать огромное спасибо вот этим и вот этим вот ребятам за то, что они попали в мой видеоролик. Если ты хочешь попасть в мой следующий видос, то все достаточно просто. Все, что тебе нужно сделать, это подписаться на мой канал, поставить лайкосик, написать свой топовый комментарий. Ну и не забудь подписаться на наше Мелон комьюнити. Это комьюнити, в котором принимают участие все ютуберы, которых ты знаешь по Мелон Плейграунд. Более того, там принимают участие сам разработчик Мелон Плейграунд, а именно Слизь. А значит, там всегда будет хорошее качество и классный интерес. Подписывайся, ссылочка в закрепленном комментарии. Что ж, я не буду тянуть твое время. Приятного тебе просмотра. Итак, друзья, как вы уже многие знаете, вышло обновление 24.5 в Мелом Плейграунд, и это обновление оказалось достаточно интересным, и сегодня я тебе покажу 7 интересных фактов про это обновление. И давай перейдем, пожалуй, к первому факту. В новом обновлении добавили саундтрек к Мелом Плейграунд. Если ты перейдешь в главное меню, то ты сразу услышишь интересную музыку, которая напоминает жанр ambient и погружает тебя немножко даже крипово в атмосферу в Мелом Плейграунд. И, честно говоря, мне это очень нравится. Сразу создается впечатление какого-то напряжения и страха, что всегда очень положительно сказывается на атмосфере в любой игре. Оцени этот саундтрек от 1 до 10 в комментариях. Лично мне он очень нравится. И давай, пожалуй, перейдем к следующему факту. В меню выбора темы мы можем пальцем переместить задние фоны вправо или влево. А это значит, что в будущем обновлении мы получим новые фоны или новые темы, потому что раньше такого не было. Это 100% подготовка к добавлению новых фонов, и я думаю, что это вполне очевидно. Мне очень интересно, какой же следующий фон добавят в Мелом Плейграунд. Я думаю, что это будет фон из нового голосования, а свои предположения напишите в комментариях. А также оцени каждый фон из Мелом Плейграунд от 1 до 10 и напиши, какой фон больше всего тебе нравится и каким фоном ты больше всего пользуешься. И давай перейдем к следующему факту. Ну и следующий факт. Поменяли абсолютно все звуковые эффекты для бомб и оружия, а также немного поменяли в принципе визуальный эффект огня. И послушайте, как звучит каждое оружие в Мелом Плейграунд. Это на самом деле своего рода АСМР, потому что некоторые оружия звучат просто великолепно, и в этом вы можете убедиться сами. Thank you.
Напишите, какое из огнестрельных оружий вам больше всего понравилось. Лично мне больше всего нравится, как звучит обычный двухствольный дробовик. Уж больно круто он перезаряжается, а эффект перезарядки мне больше всего нравится в Melon Playground. Ну, согласитесь, это реально залипательно. Также особенно круто звучат бластеры, это просто какой-то кайф для ушей. Ну, послушайте сами и убедитесь в этом. Больше всего мне зашел лазер, особенно когда он только начинает разгораться, это так прикольно и реально создает приятное впечатление от этого лазера, хочется все чаще и чаще его просто-напросто включать. Свое мнение, конечно же, напишите в комментариях. Ну и, пожалуй, перейдем к следующему факту. Революция звуковых эффектов Melon Playground не обошла и карту Космос. Как только вы перейдете на карту Космос, вы сразу почувствуете разницу. Все звуки как будто бы в вакууме, и это вполне логично. Я думаю, что в космосе примерно так ощущаются все звуки, ведь там нет ветра, всяких помех и так далее. Очень странно и прикольно там взрываются бомбы, фейерверки и так далее. Ну уж очень приятные звуки, такие мягкие и одновременно глубокие, я по-другому описать это не могу. Прикольно заводятся машины, но честно говоря не хватает громкости. Я бы сделал все эти эффекты чуть-чуть погромче, ну уж очень тихо. Свое мнение, конечно же, пишите в комментариях. Ну и давайте перейдем к следующему факту. Ну и следующий факт звучит следующим образом. Звук от взрыва стихии отличается от любого взрыва и не похож ни на один из них. И давайте это проверим. Просто возьмем этот взрыв из стихии и начнем палить его куда угодно. И вы можете сами просто легко услышать, что звук на самом деле совершенно уникальный. И он не похож ни на один из взрывов, которые есть в Melon Playground. Честно говоря, он даже не особо похож на взрыв, а как будто бы хлопок петарды. И если честно, это очень странно, ведь взрыв стихии эквивалентен взрыву какой-нибудь гранаты, а я думаю даже и С4. Что совсем нелогично, ведь казалось бы, если это такой мощный взрыв, то и звук этого взрыва должен быть на уровне. Так что здесь, мне кажется, разработчики налажали. Что ты думаешь по этому поводу, обязательно пиши в комментариях. Ну и давайте перейдем к следующему факту. Ну и следующий факт. Как вы уже знаете, на карте Acid тоже изменили звуковые эффекты, но недавно я заметил, что томат тоже поменялся, и когда мы разбиваем банку, то мы тоже слышим звук яда. Вы просто послушайте это сами. Это очень круто, мне кажется, что этот звук максимально приятный, а как будто бы даже мы слушаем какой-то АСМР, хочется все чаще и чаще ломать этого томата, чтобы просто-напросто услышать этот звук. Я думаю, что после этого обновления бедный томат будет не переставая просто постоянно разбиваться, и мне даже его немножко жаль. Что думаешь по этому поводу, обязательно пиши в комментариях. Ну и какой звук тебе больше всего нравится в этом обновлении? Лично мне больше
больше всего нравится звук автоматической турели. Не знаю, очень приятно. Ну и конечно же плавка в кислоте, ну тоже кайфово звучит. Особенно когда там растворяется NPC. Ну и давайте перейдем к следующему факту. Ну и следующий факт звучит следующим образом. Если основание автоматической турели оторвать от пушки, то она все равно будет работать. Возможно, это и работало в предыдущих обновлениях, я не знаю, ведь заметил я это только сегодня. И давайте посмотрим, работает ли это на самом деле. Мы берем нашу автоматическую турель и отсоединяем основание от пушки. И смотрим, работает ли пушка. И посмотрите, хоть она не реагирует на NPC, но в ручном режиме она легко справляется и начинает работать. Я не знаю, работало ли это раньше, но мне кажется, что это очень интересно. Напиши в комментариях, знал ли ты об этом. Обязательно пиши новые факты и всякие мифы в комментариях. И если мне понравятся ваши факты или мифы, то ты попадешь обязательно в следующий выпуск. Так что занимайся этим вопросом. Ну а ты был на канале Меланфонг. Этот видеоролик, к сожалению, подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. И помню, дружище, как всегда, увидимся на днях.